Долго мы думали, что же придумать для наших бабочек. Уж больно их много, и хочется этой красотой любоваться и дома. Нашла я в магазине вот такой домик для детских игрушек. Правда, тут вот есть дырочки, но чтобы бабочки не улетали, мы накрыли простынкой. Садили, к сожалению, очень плохо видно. Бабочек. Нашли траурницу, адмиралов и перламутровку. Будем наблюдать вот в таком домике нашу красоту.